Детское радио представляет. Про лень, пельмень и бегемота. Карр, красота! Давно я в Первопрестольной не бывала. В Москве еще немного и доберусь. На Кремль посмотрю, может, памятники какие новые в столице наш появились. Это что я за город-то пролетаю? А, Луховицы, передохну-ка я тут. Вот как раз и местечко хорошее рядом с огурчиком. А ну брось рогатку, я кому говорю? Что рот разинул, говорящих ворон не видел? И как не стыдно в таком городе трудолюбивом рядом с таким памятником пугать ворон, карр! Тем более таких заслуженных, как я. Ты хоть знаешь, почему в твоем городе памятник огурцу стоит? Что, не твой родной? А, понятно, дачник, значит. Все равно должен знать, где отдыхаешь. Это тебе не Турция, это родная твоя земля. Ты тут все должен знать. И в Москве, и в Луховицах. Читать-то хоть умеешь, стрелок? Тогда читай, что под бронзовым огурцом-то написано. Правильно, зеленому кормильцу. А почему? Тут огурцы вкусные. Пробовал? То-то же. Здесь, в Луховицах, огурцы давным-давно хозяева огородов. Люди их выращивают уже много лет. Все тонкости знают. И этот индийский овощ – главная статья доходов мясных жителей. Чего хихикаешь? Почему я огурец индийским овощем назвала? Да потому что к нам он попал из Индии. Там его родина. Но у нас он так прижился, что стал совсем привычным. Кажется, что он рос у нас всегда. В Луховицах так любят огурцы, что решили их увековечить. И в 2007 году, в день 50-летия города, поставили памятник овощу, который стал символом Луховиц. Ведь здешние соленые маринованные огурчики знают по всей России. Что, дачник, понял, куда отдыхать приехал? Вот! А знаешь, что в Луховицах еще много разных памятников есть? Почтальон Печкин у вас тут стоит с Матроскиным и Шариком, доктор Райболит. Но огурец, конечно, самый знаменитый, карр. Эй, ты куда? На Айболит смотреть? Тогда счастливо оставаться, дачник, карр. Смотри-ка, рогатку забыл. Спрячу-ка я ее куда-нибудь подальше, а то найдет балбес какой-нибудь, начнет по воробьям стрелять или по воронам. Кар-кар. Про лень, пельмень и бегемота.